Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War Legacy. Так, у нас три миссии. Одну миссию, видимо, я не успел пройти, и она, ребята, как говорится, канула в лето. Потому что было недавно еще 4. Но слишком долго я, видимо, ждал, да? Получается, что вот эту миссию мне не дадут пройти. Или дадут? Уничтожить статую врага. Ну что, попробуем на нормале. Ух. Ух. Прокачиваем, наверное, наших добытчиков. И что тут еще? Лучников, наверное? Или копейщиков? Наверное, копейщиков, друзья. Наверное, все-таки копейщиков, потому что, ну, лучники, ты сам знаешь, в ближнем бою они вообще ни о чем. И самое плохое, что мне не дали здесь мечников, друзья мои. Опа, опа, а у него уже, смотри-ка, шайка-лейка там бежит. Шайка-лейка бежит, друзья мои. Блин. Так, а что у меня есть? А у меня ничего хорошего и нету тут. Хе-хей. Давай попробуем подобывать, наверное. Да давай ты, господи. Быстрее, 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 парнишка, быстрее добывай. Все, пошел. Ты тоже. Так, на одного, ребят, копеечка я насобирал с горем пополам. Вызываю. Вызываю его сразу же. Че, он у нас прокачан только с щитом. А у него уже тут три мечника стоит. Я второго копеечка заказываю. Так, парень, давай, ты дошел. Давайте подсоблю немножко здесь. Копейщики, ну, такое себе, если честно, развлечение. Хотя, если мечники. Ну, копейщики хороши против кого? Против лучников. Что уж тут скрывать, как говорится, да? Раз. Давай, 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 давай. Они, наверное, сейчас. Ох, ё-моё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь, блин, скоро будет уже, ребята. Я так понимаю, восемь, да? Вот, восемь. И сейчас я не удивлюсь, если они сейчас на меня побегут. Блин, они уже побежали, друзья, они уже побежали. Что будем делать? Вот это у нас есть. Вот, 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 вот. Справимся ли мы? Слушай, ну копейщики довольно неплохо держат оборону, ребята. На тебе. А чё сразу? Штаны-то наложил. На, копьем в голову. Получил, засранец. Будешь знать, как на нас нападать. А чё это у меня? Смотри, они у меня с кинжалами? У них получается, ребята, когда мы их апгрейдим, у них получается вот кинжал этот, да? Так, ну я так понимаю, он сейчас, наверное, сделает еще сильнее армию и захочет на меня рвануть. Вот так вот, скорее всего, это будет. Оп, решил поджиматься, правильно. Силенка тебе нужна. Такс. Ну это уже, по-моему, друзья мои, перебор. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 уже там голодранцев. Такс. Ребят, готовимся. Готовимся. Так, у меня есть тут чем, как говорится, им дать отпор. Сейчас посмотрим, будут они метать или нет. А что они там? Они же вроде побежали, нет? Мне показалось, что ли? Нет, ну это уже перебор. Это перебор у него там с армией, друзья, происходит. Все, 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 бегут. Сейчас проверим. Ну, метайте. Вот это мне понравилось. Это мне понравилось, как они сразу хобана. Так, сейчас, если они вдруг побегут, все, они побежали. А мы, ребята, им вдогонку. А мы вдогоночку к ним. Я не хочу, чтобы они тут опять сделали себе армию. Будем сейчас попробуем уничтожить их. На копья их, правильно, всех на копья. Без мечников, конечно, мне тут, ребята, туго.
играть. Давай, давай этих лучики нам по барабану. Мы прикрываемся с тобой и начинаем бомбить статую. Ну где там твое суперэлитное подкрепление? Давай, вызывай его. Внимание, враг вызвал подкрепление. А мы, знаешь, что сделаем? Мы с тобой вот так вот сделаем. Так, их правильно всех в труху. Ну, я думаю, что, ребятам, этот этап мы прошли. Мы быстрее статую завалим, чем вот этого забулдыгу. Ну и прекрасно. Просто замечательно. Правда, легкий уровень сложности. На сложном я вряд ли пройду, ребят. Так-с, едем дальше. 298-я. Опять уничтожить статую врага. Давай посмотрим на невозможном. О, мои драгоценные. Вот вы где. Как же я по вам скучал. Как же я по вам скучал, а? Мечники, конечно, ребята. Конечно, мечники в приоритете. Так, уничтожить статую врага. У него травники. Ну, я так называю броню травяную. Что там мне дают? Меч. Мне дают, ребята, меч. О, а у него копейщик. А мы тогда... О, еще и лучник. Копейщик плюс лучник. Знаешь, что мне хочется сделать сейчас в данный момент? Просто для затравочки отправить, но... Наверное, я пока воздержусь. Пока воздержусь и... Слушай, а у него здесь солянка идет конкретная. Смотри, у него копейщик в травяной броне. Эти в костяной броне идут. Лучник тоже в костяной броне. То есть... То есть... Нам надо что-то делать. Может быть, сейчас взять да напасть на них? Пока они свою армию там... Не особо мощную сделали. Блин, вот лучники мне не нравятся. Давай попробуем. Давай попробуем сейчас просто их шугануть, если получится, конечно, их вообще тут шугануть. Так-с, ну, копейщиков мы бомбанули. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, лукари, 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 пожалуйста мне, пожалуйста, лукари. Отступаем. Отступаем, блин, все-таки одного подбили. Двух подбили даже мне. Я наделаю опять, ребят, солдатиков себе. Сейчас я их угощу мазуткой. Всех обляпаю. На! Красиво, красиво. Красиво жить не запретишь, да, друзья мои? Так, отступаем, отступаем. Двух, двух бравых ребятенок завалили, а? Как же так, ну как же так, а? Эх, не посмотрели, что они не молоды, красивы, полны сил, что у них семьи, дети. И все равно ребята их расстреляли в спину. Так, ну что, я ответку. Блин, там еще один по дороге упал. Ну, потому что у него было мало хп, видимо. И он отдуплился. Так, лучники получили свой. Давай, давай этих рабов. Почему я их называю рабами? Это же добытчики. Ох, как, вот сейчас, ребята, было красиво. Мы почти всех добытчиков ему уничтожили. Ты можешь спросить, почему я играю без звука, ребята? Потому что... Музыка здесь, блин, запрещена этим правами. И я не могу ее, ребята, на всю громкость ставить. Иначе мне придется удалять ее потом. А это дополнительное время. И в игре будет такой, знаешь, как приглушенный голос. Поэтому я решил вообще играть практически без звука. Слушай, а если я нападу на замок? Мне кажется, я справлюсь здесь. Так, враг вызвал подкрепление. Ты заметь, когда он вызывает подкрепление, почему-то у него замок очень-очень медленно начинает разбираться. Есть. Нахлобучили, друзья мои. Ну что, у нас пройдена 298-я миссия и у нас 299-я. Попробуем опять на уровне... Охо! Ребята, тут дают мне офигенную прокачку. Интересно, что... Что здесь будет? Это будет, наверное, трэш, я так понимаю.
раз аж прям такую пережить ночь. И надавали очень много всего. И тут очень много рудников. Мы против зомби будем. Нет, у него, смотри, у него прокачанный тоже тут. В атаку я побежал, короче. Стоим, стоим здесь, обороняемся. Обороняемся, так. У меня все, у меня лимит. Знаешь, что я сейчас сделаю? Я сейчас встану на приграничной зоне, как мы это обычно с тобой делаем. И я, наверное, буду там все-таки стоять. Прямо на самой границе у них. Вот здесь вот. Мне бы, конечно, бумага надо было бы на самом-то деле призвать. Это было бы вообще четенько. Просто по красоте. Но ты не забывай, что ночь длинная. Ночь длинная, поэтому нам тут придется пыхтеть, пыхтеть и пыхтеть. Тем более он не шутит, противник. Ты видел, что он там себе позволяет. Какую нам дали еще прокачку, не забывай. Это не просто так. И рыцари у него в топовой броне. Ну, не рыцари, а капитоны. Ну, копейщики в простонародье. А мы их отталкиваем, они встают. Наши лучики стреляют, пока они там валяются. В принципе, наносят неплохой им урон. Но вот если, например, с копейщиками бы побежали бы еще какие-нибудь род войск, например, те же самые лучники, да, допустим, было бы все намного плохо. Почему? Потому что лучники... Вот оно и происходит. Лучники стоят сзади и бомбят. Ну тут, смотри, в этой суматохе они, по-моему, ничего не успели сделать. А мои хилы очень-очень браво стараются по этому поводу. Еще не забывай, что здесь предводитель копейщиков, капитонов, и предводитель лучников с нами стоит. Пока ни одной боевой единицы мы не потеряли, ждем. Ждем, ребята. Слушай, у меня эти добытчики очень быстро там золото поедают. По-моему, ребят, первые потери у меня пошли, да. Первые потери пошли. Я все-таки, наверное, закажу мага, если будет возможность такая. Так, мы их накумарили, все, они отдуплились, улетели там. Они хиляют по 30-очке. Каждый хил делает 30 хп. Ладно, ждем дальше. Вот они. Вот они. И тут еще и маги, ребят. Лучники, давайте, давайте, огонь. Да с какого фига вам так близко нужно, чтобы противник подходил, блин? Его противники бомбят там за 3-9 земель, блин. А мои, вон, ты посмотри. Слушай, нам надо срочно хилять. У кого-то там мало здоровья было. Вызывай мага. Пускай даже один, но... Мне кажется, что здесь будет еще какой-нибудь великан. Единственное, не могу понять, зачем хилы встают вот туда вот. Вглубь, так скажем. Они же могут, ребята, погибнуть. Не, пока еще все три целенькие. Маг-то где? Маг, ты где там? Он ползет. Своей бомжевской броней. Вот, ребята, о чем я вам и говорил. Лучники, ну твою налево, ну... Ну стрелять вы по великану. Нет, не хотят. Не хотят. Но мы его все равно ушатаем. Что? Какой еще вампирик вышел, блин, тут? Давай, 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 кромсаем. Есть. И это еще не конец.
Нет, друзья мои, это еще не конец, оказывается. Мы еще стоим, ждем. Я еще не удивлюсь, если здесь появится 3 или 4 великана. Так, мы стоим, выжидаем какое-то определенное количество времени. Подготовка у нас идет. Но к чему-то готовят нас, к чему-то очень серьезному. Так, все, мои мечики приготовились. Не было печали, зомби поскакали. Как всегда, зомби ползают. Перерождения у них нету, слава богу. То обычно еще могут перерождаться и по земле там ползти. Пока мы их тут всех просто вырубаем. Того вообще за экран выкинули. Правильно, нефиг ему тут сделать. Давай, давай, давай. Так, это у нас плевуны. И вот они стоят как дурачки. Вот это вот меня просто раздражает, друзья. Поехали. Лучики, вы будете попадать у меня, а? А вот и бегуны. Бегуны, и кого тут только нету, ребят. Опять за свое? Так, ладно, постоим здесь маленько. Пора. Пора выдвигаться, друзья. Не, давай отойдем. Отойдем, потому что сейчас, если будет битва, они будут отлетать, мои будут подходить. Мещики шинкуют их, шинкуют. Пропускаю их через мясорубку, друзья мои. Отходим. Так, луна почти, ребята, села. Значит, ночка близится к концу. А ночка лунная была. Отлетел. Ну конечно, ну а как же, как же, как же без прыгунов-то, ребят? Как же без них-то? Хороший замес идет. Нормально этот маг просто сделал один удар. И все. Разворачиваемся. Кубарем полетел. Просто, ребят, кубарем. Вот опять 25. Друзья, здесь мы ничего не сможем сделать. Или лучики достают? Не, пока вроде достают. Пока вроде нормально все. Ага. Ё-моё. Каменный гигант выполз. Фига он. Просто моих хилов откинул к чертовой бабушке за 3-9 земель. Молодцы лучнички, стараются от души. Но ему крышка здесь. Только не говорите, что это еще не конец. Нет, ребята, это еще не конец. А что они еще хотят сюда против меня вызвать? Двух каменных големов? Трех? Или мы просто выжидаем время? Наверное, просто выжидаем время, скорее всего. Они, наверное, не рассчитывали, что мы этого каменного голема... Нет, нет. Тут еще, ребята,
в каменной броне мечники решили выпендриться. Ну, ты видишь, мы их тут разносим вообще на изи. Костяная броня против моих, извини меня, топовых мечников ни о чем. Единственное, да, что они возрождаются в виде зомби, это неприятно. Но, тем не менее, нахлобучили мы их. Давай-ка отойдем подальше, потому что мне кажется, что сейчас что-то выползет. Жнецы, ребята, вылезли. Давай-давай-давай-давай, ать, подбил. Копейщик там наяривает. Будь здоров. Ну, по идее, это все. Это вот последние хламоны, нет? Нет. Еще не все, оказывается. Ты смотри, а. Копьетоны в костяной броне. Но мы их, конечно, тут быстренько разносим. Все-таки великаны, это, великаны вот эти вот, ребята, это сила. То есть, неплохая защита для наших. О! Что-то их еще, по-моему, больше вылезло. Давай, 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 родные мои. Сколько у нас потери? Фига там армия. Мы их подбили, там армия еще ниже, типа, вылазила. Давай, 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 давай. Там еще эти плевуны, блин, были. Так. Друзья, он не успокаивается. Он вызвал против меня еще, блин, этих костяных големов. Великанов. Ну, это, ну мы их тут быстро, конечно, распетрушили. Так, еще. Такое сальто там мортальто делает. По-моему, без вариантов. Минус один и последний ползет там. А-а-а. Да ну. Хорош. Что-то вообще, ребята, игра, по-моему. Уже ночь, уже давно, уже луны нету. Все, уже все, сейчас солнце должно быть. Какое нафиг? Не понял я юмора. Нету луны. Не, вон она еще. Еще виднеется, ребят. Ее здесь не видно, а там видно еще. Но не успокоится никак, а? Он все никак не успокоится. Ну вот это вот меня бесит, вот понятно, короче, отходим. Мы не достаем до него, поэтому нам придется отойти. А теперь давай в атаку. О, лучники достают, все. Так, еще зомби, да, будет? Вылазит, подсрачников надавали он и улетел. Сейчас мы вот тут. Все, ребята. Ну что, победа, нет? Ну, по идее, должна быть победа. Опа, опа. Это то, о чем я думал, да? Давай, 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 давай. Чё-то я не пойму, блин. Ночь кончилась уже давно-давно, блин. А эти все ползут, ползут и ползут на меня. Опа! Великаны, прыгуны, нифига себе. Чё-то я такого давно не видел, ребята, длинного уровня, если честно. И
Еще не все? Подожди. Вы, наверное, издеваетесь, по-моему, да, надо мной? Вы издеваетесь, что ли? Че, игра глюканула или что? Или такая длинная, такой длинный уровень? Я привык, ребята, когда мы разносим, все, там уже конец, а тут опять выползает. Фух. Да, вот тут, конечно, мы потери с тобой серьезные понесли. И это еще не конец, да? Да, это еще, ребят, не конец. Че-то тут какой-то трэш. У меня сколько хилов-то осталось? Один, что ли? Один хил? Не, два. Два, вижу. Два хила, ребят, осталось. Это бесконечность, по-моему, какая-то. Че, и один добытчик всего? Что-то с уровнем, по-моему, не то, ребят. Уровень бесконечный какой-то стал у нас. Мак, твою налево, блин, хила убили, прикинь. Просто в спину, ребята, ему накидали вот этих вот сгустков, так скажем. Сгустков плоти. А чё он такой мощный-то? Смотри. Смотри внимательно. Фига, у него там армия лучников бомбит, ему пофиг. Это никогда, что ли, не закончится, не пойму. Мак, ну какого лешего ты там стоишь-то, блин, хиляет он, блин. Кай Райдерс. Этого я помню. Это вот он, кстати, вызывает нежить из-под земли. Кай Райдерс вот этот вот. Как бы нам в приоритете нужно его уничтожить в первую очередь. И все ржет. Давай, мечников вызывай, ребят. Есть. Фу, офигеть, да, давно-давно такого не было, ребят, такой длинный, блин, уровень. Что-то с чем-то. Так, ну что, друзья мои, у нас остается последний, 300-й уровень. Попробуем его тоже на невозможном. Опа-на, опа-на. И что вы хотите сказать, что я должен одними капитонами здесь? Одними капитонами.
Вы хотите сказать, что вот это как-то меня должно спасти? Ладно. То есть метатели копий, да? Ну, как бы тут дали мне капитулов тоже, в принципе, неплохих. Но посмотрим, что за армия будет против нас. Пока никого не видно. Нам дожить до заката нужно, да? Бегут. Ну, я думаю, что с этими мы справимся пока без заклинаний. Да, этих мы порвем так. На изи. Добытчик, какого лешего ты взялся? Ведь мы прекрасно знаем, что это только самое начало. Сейчас будет тут крушево. Лучники, нам, в принципе, тоже, ребят, по барабану на них. Только тут надо в атаку идти. Ребята, а вы щиты-то поднимать не будете? По идее, вы должны были щиты поднять. Как истинные спартанцы. А не бежать, так скажем, на пролом. Тут очень мало рудников у нас золотых. Вот что я вижу. Ну давай, 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 накапливай. Так, ребят, против нас пошли копейщики. Это элитники, да? Попробуем массой взять. Так, ну здесь мы выигрываем. Здесь выигрываем. А в конце, как всегда, ребята, пойдет армия копейщиков, армия мечников, армия лучников. В общем, все как мы любим, блин. Блин, с магами похуже будет. Вот так вот. Вот так вот. Копьями их просто забросали, и все. Чтобы знали место своей буржуи. Вот такая вот маленькая армия, ребята, и уже практически лимит. Твою налево, великаша вылез. А что если мы сейчас, знаешь, что сделаем? Все. Пойдем-ка я сюда встану. Поближе, как, так сказать, к его территории. Постоим тут и полюбуемся. Ну, полюбовался. Как их в труху разнесли. Ну давай следующих туда. Солнышко еле садится, ребят. Еле-еле-то по чуть-чуть, по миллиметру, блин. Я жду, жду волну. Ну и где? Вот они, вот они, вот они. Лучники. Ну, тут лучников мы просто протараним. В ближнем бою, ты сам понимаешь, они вообще ни о чем. Издалека, да, они могут еще нам предоставить угрозу. Да и то не копейщикам, не капитонам. Там, например, мечникам, да. А этим, не, ребят, этим ничего подобного не будет.
Ну что? Не-не-не-не, куда вы побежали-то? Пал отжиматься, да? Плотненько мы их тут в колечко взяли. Пси. Ну, у нас очень много раненых. Очень, ребята, много раненых. По идее, должна все-таки быть последняя волна. Мне кажется, это будет сейчас все вместе. Это будут мечники, лучники, великаны. Как же без магов-то? Магов просто раскромсали. И последний, наверное, да, заходик. Да, а что эти-то приперли сюда? Все? Руды нет, они пришли в ряды наши встать. Можно было бы, конечно, ему рудник поставить, но зачем? Ну да. А вот, ребята, о чем я и говорил. Правда, я говорил, что будут великаны, лучники, мечники, но тут вышли просто два великана. Не дают, просто некоторым просто не дают подойти. Давай, 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 давай. Вот и все. И это еще не победа, ребят. Что они еще хотят тут сделать? Опа-на. Мечники. Всем разносим лица. И у меня по-прежнему, ребят, еще никто не погиб. Даже рабы целые. Ну, что притихли-то? Отойдем подальше. Нету солнца, все уже, ребят. И сколько таких заходок у вас будет? Да, тут хорошие были потери у нас. Просто пока мы добежали до этих лукарей, нас там потрепали серьезно. И до сих пор еще не конец. Да что за фигня-то? Что вы еще там хотите придумать? Почему такие уровни стали длинными? Опять какую-нибудь кайзу вызовешь мне, да? Ладно, будем ждать. Фух, как я от этой жары, ребят, утомился. Не могу, аж прям. Аж прям чувствую, что силы покидают. Ну, вы ничего получше-то не могли придумать? Ребята, бьем копьями. А их там трое! Так, одному крышка. Где-то там в ногах у них. Ползаем. Есть. Фух, нормально. Превосходно, друзья. Сундучка жалко не получу. Эх, чуть-чуть не хватило. Так, ну что, дорогие друзья. Как-то вот так сегодня с Ланькой мы повоевали. Хоть было и 3 миссии написано, но мы сегодня прошли 4. И это, конечно, на невозможном не прошли. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.